Саламу алейкум. Доброе время суток, друзья. Вы хотели узнать, какие витамины мы колем и какие витамины мы даем, и какие витамины лучше колоть, или какие витамины лучше добавить на корм. Друзья, когда мы покупаем бички, когда нам привезут, мы однократно делаем нитокс, колем и мультивитамин. Почему мы колем нитокс? Потому что у некоторых бывает сопли, у некоторых бывает кашляет. Один раз колем, если у некоторых не пройдет на один раз, а потом второй раз колем нитокс, чтобы вылечился хорошо. А это, как вы знаете, мы раньше кормили барда, мы каждый месяц кололи витамин, каждый месяц один раз. Мы кололи мультивитамин, нитамин, но это самый лучший витамин, это мультивитамин. А если вы хотите уколоть, это мультивитамин самый лучший. А сейчас, как вы знаете, как я сказал, мы сейчас просто один раз колем мультивитамин, все. Когда будем завязать, сразу. Почему мы один раз сейчас колем мультивитамин и все? Потому что мы сейчас даем премикс, называется, это порошок. Сейчас вот мешки там видно, сейчас я вам показываю. Каждому по 100 грамм даем. Вот сверху колем, я сейчас показываю, как мы даем. Еще, друзья, насчет соль, вы очень много спрашивали. Мы соль на корм добавим, и тоже советую вас, добавьте, мешайте с солом, с кормом. На тонну мы добавим 15 килограмм. 15 килограмм соль на тонну корм мешаем, так даем. Это совет, так очень хорошо и лучше. Вот, смотрите, вот именно мы такие уже почти год, больше года мы, вот, производство Мегамикс, Примикс, вот, два вида есть, мы один день это даем, один день это даем, здесь очень много витамина есть, очень много витамина есть вообще-то, витамин В, витамин С, витамин там, все витамина есть. Очень хороший, это очень хороший, советую. И просто попробуйте, как будет. Здесь еще кальций есть. Почему мы сейчас не даем мел? Потому что здесь есть кальций, а это мел кальций. Поэтому мы не даем мел, друзья. Сейчас я вам показываю, как я даю примет. Вот, здесь есть 100 грамм. Вот. Каждый день один раз. Вот. И так я даю каждому на день 100 грамм. Вот. У этого мешка есть запах, и этого нету запаха. Вот так, друзья. Если хотите колоть, то берите мультивитамин. Самый лучший вот это. Здесь есть очень много витамина, еще пилюс, он усаивает очень хорошо, корм усаивает очень хорошо, это самый главный тоже, когда усаивает, это очень хорошо, вот. Вот такие, друзья, соли мы добавим на корм, мешаем, и такие мы. Друзья, ставьте лайк, чтобы другие смотрели, если хотите больше узнать, подпишите, ставьте лайк. И тоже пишите на комментариях следующее видео, какие видео хотите. И такие сделаем. Сейчас уже время кормежка. Начинаем кормить 6 часов. Итак, друзья, у нас солом есть. Бывает ячмень и пшеница, друзья. Там нету такой большой разницы. Лучше пшеница, солом лучше, ну чуть-чуть лучше, чем ячмень. Вот такой. Сейчас сверху это ложим солом.